Так, значит, перепут трофи, пожалуйста. Пилот довольный. Посмотрим, да, через часок, что будет. Блять, мне уже мокро. Все, я уже сам мокрый. Так, что надо вот отмыть. Вадь, а что, задний нет перевес? Подожди. Вот сюда таскалку-то надо было прикрутить, нахуй. Толкну. Не влетел в меня, да? А? Чуть не летел в меня. Там прямо туда, хуярик.
Охуеть. Я думаю, что-то не едет, блядь, мотик. А вперед, вперед, вот туда, хуярим. А, да, плосковольт вперед. Можно вот здесь лучше. Не зарывай. Вот здесь лучше, смотри. Ну что, там доставать его надо. А здесь пиздец вообще? Он здесь проходил, песочка. Там глубоко. Где? Там. А что за остановок вот этот? А вот там ты стоишь. А я там не подумал. Тут нормально я стою. А вот здесь, ну-ка, наступи сюда. Не-не, вот здесь-то меня интересует. Я там проехал. Вот именно вот здесь. Ну-ка, дойди, Влад, дай попробуй тоже. Так, сейчас пенька запаркуюсь, пойдем парней доставать. Как его большому вытащить? За колесо в сторону-то проще тянуть, чем на себя. Говорят, мужику для счастья надо, да? За крашкой полозиться. Ты б снял вот эту ебалу, она мешает очень ехать. Я только все снял. Вот еще надо снять. Такая же история у тебя. А, не, ничего, у тебя ни травки нету. Ты по жидкому хуяришь. Жидкому я сейчас сзада пойдет. Все вроде, да? Ну чё, парни, как вам переплут-то? Заебись, чё? Всё, только не пей, козлёночком станешь. А руки нам Вадя, даже не думай пить-то. Да есть вода. Супчик, бля. Магия на второе. Бизнес ланч. Чё, ехаем? Так, Катум у нас, блядь. Чё у нас? А, болото хуйнуло. Так. Аккуратненько вот это все говно отсюда пальчиком. Раз, нахуй. Аккуратненько. Дырки так же, что выберешь. Аккуратненько. Вот, видишь, сколько тут у тебя всего нужного. С
Сувениры на память. Бля, там еще вон вода. Есть губка? Ну это ты сейчас надо, а, это, я губка? Давай ее. Перчаткой, травой, мхом. Мхом, Вадя. И это, березовой коры надо. Месить будем. Да, подорожник неси, приложим. Дай. Да, у нас капу. Разверни. Че, отжимаю его вот так вот, просто скидываю с него воду. А ты говоришь, что, блядь, не едет? Ну? Он у тебя, это... Мокрый. Влажный. Ну вот так же можешь этим фильтром промокнуть и это, и достать. Блядь, может шапку братан. Не-не, шапку-чку оставь. Подожди. Шапку-чку оставь. О! Чистые лапы? Охуенно. Подожди. Давай, это кидай сразу в этот. Сейчас ебанется, стопудово. Если ты шалить не будешь. Бля, заебись у тебя фильтр-то тут. Раз, раз и нахуй. И снял, все, почистил. А у тебя что, машину надо разбирать? Ну, у меня два винта целых открутить надо. Кстати, он там не ёбнулся, мой малыш еще. Так, радиок. Ну, так, типа того. Вот эту тоже грязючку можешь отсюда подубрать. Не-не-не-не-не-не-не, внутри. Ну вот то, что ты пальцами тут испачкал, вот, вот эта срань вся. Протри просто. Болото, в принципе, не абразив, но все равно. Ну и нахуй тебе в цилиндре. Какое плохое слово, абразив. Ну это когда как? Всегда. Особенно его собирать. Парни где-то там, блядь, по какой-то нормальной дороге хуярят. Я просто пальчиком посвободил. Ты еще и куришь? Не, я балую. Маша, ты куришь? Папа, да? Антон, проходите. Я сыт. Антон, не сыте, проходите. Блядь, я все время путаю, какой стороной, блядь. Ну вот самый грязный, который у тебя сейчас. Внизу. Какую-то резиновую штучку пальцем попал, Вадь. Не обессуй. И вот это, наверное, она как-то не должна так прям сюда быть. Ой. Да. Вот, да, шапку потом надеть. Да, да, шапку надо потом, да. По-любому. Так, а вот эта хуйня. Чтобы кирбу. Нашел. Нет? Ты заебал. Ты не давай не это нахуй. Прикинь там, право, лево нахуй. Так, вот так. Ну все этим, желтеньким спереди, коричневым сзади, как у меня. Как в саду учили. Че непонятного-то? Чего желтеньким спереди? Коричневеньким сзади. Так и одеваешь фильтр. Давай шапочку, конечно. Куда ж без шапочки? Она чудесно вкусная. Кто? Сигареты? Особенно в этом месте. Так это же на свежем воздухе, но. Угу. Еще через шлем, ёпты. Ты бы через очки еще курил бы. Был, знаешь, как охуенно. Вот сюда вот она стоит. Бля, нихуя так. У меня тут все зашито, да, походу. Да хуй с этой шапочкой, блядь. Она вот тебе сейчас погоды точно не сделает. Иду, короче, эту шапочку. Да, она вот в пыли. В пыли она, да. А вот сейчас, я думаю, она уже нахуй не нужна. Мне кажется, она сдохла. Шапейка-то? Шапочка. Лето, посмотри, что там у тебя снутри. Да, скинь тоже говнецо. Никого этот шлем для щи не давит в сторону. Так. Мотак ожил, мы поехали дальше, да? Вот где-то тут легенду надо искать. А? Надо точку найти.
О! С! Все, легенда началась, вон метка. Не надо. Так, две лужи и налево, блядь. Я видел лужки налево. Я, если честно, нихуя не понимаю эти корякули. Не-не, просто надо начать с чего-то. Сейчас я проскочу туда. Посмотрю, что там. А? А ты был вот так, я вспомнил дорогу. Сейчас я посмотрю, что там, и обратно. Но следов нету, значит, логично, что не туда мы едем. Да ебаный рот, блядь. Попробуем в ту сторону. А? Ну, пока, да. Легенда, да. Ну все, вот по карте поехали. Две лужи по дороге. По направленному пути. Все, да, мы, блядь, все, сейчас. Полоска, вот полоска, от этой полоски начинаем хуярить по вот этой бумажке. Ну, так поехали. Ну, я про что и говорю, блядь. Да, ну это будет, только заметил. А ты видел, Вадик? Мне сказали, увидел. Кого? Нет. А? А ты ее сразу увидел, так? Что под путь это? Мельдони, это все мельдони. Это не мельдони, я это ничок. Я не съел мельдони, блядь. Нельзя вам Сашку на таблетки класть. Я просто не понимаю, в какую сторону это, ёпты.
Там же стрелочка. Стрелочка вверх, значит вперед. Смотри, по дороге, блядь. Вот две лужи и по дороге. 210 метров. Будет отсюда туда, значит. Скажи, там есть указатель, бревно где-нибудь? Нет, тут нихуя. По канаве 600 метров, 800. Короче, давай-ка я 210 метров сделаю. Это, наверное, в ту сторону все-таки. Громко? А? Громко? А, слушай, ну, наверное, в ту сторону, потому что мы две лужи проезжали. Ну, они рядом такие две. Ну, вот мы сюда доехали, и они были там, сзади. А. По идее, мы должны были отсюда выехать. Отсюда, наверное, сюда должны сдавать. Нет, мы, по идее, должны найти точку и с нее начать маршрут легенду проезжать. Да, мы должны были оттуда, смотри, оттуда мы с тобой ехали по той стороне, сделали круг, вернули сюда. Ну, тут немного. Мы должны были ехать по этой стороне и выехать это по левую руку. Блядь, а представь, короче, нам надо будет ехать обратно через эту ковольку. Это может быть и такое, блядь. Вообще... И давай маршрут подкладывай, Алиса. Вообще как нехуй такая поебень может случиться. Солнце.
там отворот еще есть. Солнышко вышло, однако. Там еще и радуга. Две лужи. Проехали. Налево. Через 200. А, ну все, блядь, пока едем. Да, да, 780 метров. Будет Т-образный, если будет Т-образный перекресток, тогда нам... Блядь, ну не туда мы едем-то, нахуй. А, так. 780 метров. 780 метров. Был Т-образный перекресток. И на нем направо, блядь. Это проебали, значит. Где-то не 780 метров, это там надо... От луж. Так, подожди, нахуй. Там-то не было никакого? Там дальше ехать куда-то, но я, блядь, смотрю, тут что-то дохуя ехать. Мы-то на стороне, на этой должны быть. В сторону лагеря должны двигаться каким-то хуем. Значит, надо было на том Т-образном перекрестке. Да не надо, подожди, блядь. Короче, нам сейчас доехать надо до любой дороги, где есть Т-образный перекресток. А, там, блядь, туда нам надо ехать. Все, пизду. Сейчас я определюсь, надо просто зацепиться за какую-то метку. Я нихуя не понимаю пока. Так, а ты в пизду хватит их ты уже. Закрыть. Внутри сухой. Ага. Где, блядь? Где? Я не понимаю. Ну, только пот, блядь. Мне кажется, влага с носок как бы перебралась к трусам, понимаешь? Ага. По-любому, ёпта. Зуб даю, Владик. Какого? Да любой. Так. Да, щеки натер, прикинь. Внутри зубами. Шлем сдавил, получается, прижал. Стоп, ёпта. Правильно, нахуй. Вот так вот. Чтоб она мозги не ебала теперь, блядь. А, ну вот, да, все, хуярим правильно. Вот Т-образник будет, да, все, заебись. Все, я разобрался, парни. Всё, куда едешь? Туда. Туда? Сюда. Ты приехал? Да. Говорит, там был, там делать, говорит, нехуй. Не, я просто другую карту включил, и тут сразу все стало понятно. Там не было, что ли, дорог? Не. На той, которая была до этой, не было, а сейчас все, блядь, все есть. Сейчас посмотрим, как парни ебанут. Но мокренько. Но едет. Пиздец, ёпта.
Пизда тормозам. Ха, водос, красава! Под самый берег, да. Давай, дергай. Садись на него, садись. Водос не подвел, дал контента, блядь. Пидорача! Сука, вода-то холодная. Передачу снял. Давай, Вадька, толкай! КТМ что-то выебывается сегодня. КТМ, говорю, выебывается. Ну давай, чутка осталось еще. Че он тебя заклинил? А? Заклинил? Ну. В смысле? Мышцы? Заклинил, говорю. Всегда. Охуеть. На первой. На второй. Я думаю, на краю надо на первой. Вот по самому краю, блядь. Ай, блядь, давай, газку и пошел! Готов, ёпта! Ёбану! Молодец! Красава! Ты лучший! Мы знали, что ты не подведешь! Да не! Давай его сюда, толкай нахуй! Просто ушел, блядь, да? Красавчик! Все, парни, можно домой ехать. План сделан. Первый зам. Че, у тебя тоже заклинил, нахуй? А я заклинил? Нет. 3 км в час толкаю. Ну я-то ушел просто с мотоком, блядь. А что делать, каким заклинил? Ну давай колесом крутанем. На передачу ставь, колесом крутить. Фара в воде, ёпты, ты так красиво туда залег, ёпты, прям. О, прям с головой. Мотик. А? Мотик помыл. Да ты живой же, я заботил. Можно сейчас отряхнуть? Так не, конечно, тут мы надолго теперь, парни, ёпты. Теперь мы тут нахуй надолго. Хуя ты так зато. Я снял! Красавчик, не подвел, блядь. Да ёбану. Чё, костер разжигаем? А? Видимо, да. Или до базы едем нахуй и домой. Не-не-не, давай на передачу включи, надо крутнуть колесо. Ну чё? Нихуя? Заклинил?
О, ты на стопухе? А без цепы. Давай какой-нибудь повыше. Это замечательный был аттракцион. Ну не очень так, я тебе хочу сказать, блядь, тут ситуация. Для всех тех, кто стал ехать. Погода огонь. Дождя нету, вышло солнце. Сейчас парни на слонах ебанут по этой луже. Ну да. Погодь, погодь, не копай! Еще? Ебануться, блядь! Так, второй пошел. Я, слушай, за тебя больше переживал, бля, похоже. Такого уронить потом пиздец. Да. Так, Африка Твин в бою. Ну вот как-то так, да, нормально. Закручивайся, свечу, ребят. Блядь, вы еще сейчас гидроудар поймаете? Какой тут нахуй гидроудар, блядь, один цилиндр. Ой, обычный. Не-не, не бывает. Как-то не бывает. Никак не бывает. Он просто воду будет сплевывать либо в ту, либо в другую сторону. Блядь, и все. Это все еще из него. Откуда там сток-то? Ну я постарался, блядь. Так, сейчас из бака палку включать это. Кранчик надо закрыть. Нет, сверху. Не-не-не. А то он перелив уже. Давай, давай, кверх ногами его прям. Чтоб он со всех дров. Еще. Ну, вроде так-то ничего. Ну да, только бензин карбас перелива вон вытекает. Ну это ж да. Ладно, давайте попробуем обратно. Хоть что-то вытекло. Там такая хуйня вытекла, пиздец. Второй тоже? Второй давай, ковырять тоже так же. Там наверняка в нем такая же история, блядь. Бля, я не понимаю в упор эту систему, блядь.
кто это придумал? Давай, давай. Нам-то надо легенду добить. Из лагеря. Ты держи аккумулятор рукой. На пидора еще надо врубить. О, кстати, звук стал получше. Ну, определенно. Давай, поднимаем. Блять, пидорача. Включил? Вот. Ага. Блять, вот этот кабан, конечно, потяжелее. Что, с этого льется? Нет, смотри, чистенько, блядь. Еще туда. Не, удивительно. Я же аккуратно положу. Кидай. Опа. Из рамы только немножко вытекло. Все, давайте, сигарьте, парни, легенду. Все, давайте. Можно вам со стеклами там отдать? Мы Сане отдадим этой. Можете Сашке отдать. Сашке отдадим. Там подойти. А? Мы там в самом краю стоим. Стоит этот Соренто с прицепом. Соренто с прицепом. Соренто видит. Саня, объясни дураку, блядь. Чего? Как оно вставляется? Ну вот же, ёпты. Это я понял, блядь. Ну. Вот так вот, да? Ну или так, как оно тут, блядь? Вот так вот, наверное, бочком. Блядь, не сцепите телефонов. Вот эти, видишь? Это по бокам должны быть. Ну, все, вперед. Да. Ну, блядь, ты вот так вот по-нерусски вставь это сюда. Бочком вставляет. Так, так. Ой, тушеночка хорошо так пошла, тушеночка, я чувствую прям. Прям вот сейчас она вот впитываться начала, блядь, понимаешь? Прям охуенно. Коньячка захотите? Догоняйте. Хорошо. Ты нас плохо знаешь. Зачем ты заглушил-то? Да? А я уже хуй знает, куда нам, блядь. Ел уже. Нам сюда.
Нормально, можно проехать. На тропу! Я кто-нибудь ожидал, да? Честно, не ожидал, блядь. Я думал, все, пизда, короче, кая. Где ты стоял? Нет, ты тут не стоял. Ты меня вообще не слушай. Меня топографически. На тропу! Я тут думал, что там медведя, блядь, увидел. Так, на тропу, блядь. Так, на тропу, потом вот такая хуйня и поворот направо. Судя, блядь, по солнышу, где-то сейчас часа, наверное, 4. Время 3:30.
Все охуенно, какая у вас точка? У нас другая, 23-я. Я уже посмотрел там разные легенды. А, да? А у вас 23-й, это вы где? А, вот на этой хуйне. Так, а вам куда сейчас? Прямо? Нам налево. Ну, нам тоже налево. А потом дальше прямо плюс-минус. Да. 380, 60, 150. 380, 60, 150. Вот у меня низ 150 проебан. Поехали, короче. После 150, 135. Это уже другая страничка у меня. Есть куда убрать? Погнали! Или давайте там, на там. Или заткнемся. Давай. 60 на 150 останавливайся. 50 там будет справа поворот. Да, у меня вот я просто, видишь, смотри, тут оторвалось. Мне непонятно куда. Парни, сейчас мы легенду еще, бля, ебанем. Поехали, никакого лагеря, блядь. Только хардкор, блядь. Опа! Подожди! Ну, это 150 точка! Вот это 150, да? Куда она там дальше? Прямо? Да у меня нет карты. Прямо 150? 150. Мне сейчас перевернуться надо просто.